Восьмой день продолжается израильская агрессия против сектора Газа. Число жертв возросло до 150 человек. Более 1200 получили ранения. Большинство из них – женщины, дети, пожилые люди. В результате 1500 авианалетов разрушены многие государственные учреждения, объекты инфраструктуры и жилые дома, под руинами которых погибают целые семьи. За последние сутки самолеты израильских ВВС нанесли десятки ударов по городам Газа, Хан-Юнис и Рафах, по поселкам Джабали, Бейт-Ляхья, Бейт-Ханун и лагерю беженцев Ансират. В ответ на агрессию отряды палестинского сопротивления осуществили запуск ракет «Град» по израильской военной базе в Хацуре, поселению Беер-Тувье. В Тель-Авиве рядом с военной базой произошел взрыв в пассажирском автобусе. По сообщениям израильских СМИ, погибли два еврейских поселенца. 20 получили ранения, 5 из них тяжелые. Ответственность за взрыв в Тель-Авиве взяли на себя батальоны павшего героя Джихада Джибриля. В своем заявлении они подчеркнули, что операция в центре Тель-Авива является мощным посланием сионистскому руководству о том, что совершаемые Израилем преступления против палестинского народа не останутся безнаказанными. Отряды палестинского сопротивления в Газе расценили это как ответ на израильскую агрессию, очередную победу после того, как Тель-Авива достигли палестинские ракеты. Начальник полиции Дубая генерал Дахи Хальфан заявил о наличии заговора, организованного братьями-мусульманами, с целью установить контроль не только над Объединенными Арабскими Эмиратами, но и над всем арабским миром. В интервью египетской газете «Аль-Йом Ас-Сабе» Хальфан заявил, что Египет сегодня, по сути дела, управляется братьями-мусульманами. Генерал предостерег от распространения их идеологии в Эмиратах и других странах залива, а также о вмешательстве братьев-мусульман в их внутренние дела. Это были новости из Дамаска. Спасибо за внимание. До свидания.